польза, свежесть и вкус. Так можно охарактеризовать нашу выставку. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день, я директор компании ООО «АСБ». Мы являемся производителями свежих овощей на территории Астраханской области. Мы выращиваем перец болгарский, томаты, лук, капусту, картофель, ну и, конечно, астраханские арбузы. Наша компания уже на нашем рынке с 2013 года. Первый раз принимаем участие в данной выставке. Очень все понравилось, потому что хорошая организаторская работа. Ну, соответственно, хотим найти клиентов на экспорт. Потому что на территории Российской Федерации мы, конечно, реализуем нашу продукцию, но не в сети, а частным потребителям. Хотелось бы расширить уровень своего производства и своей торговли. Вот. Надеемся, наша выставка поможет вам найти бизнес-партнеров для экспорта и чтобы наши ритейлеры тоже заинтересовались вашей продукцией. Да, спасибо большое. Хотелось бы еще сказать, чтобы все понимали, что астраханская продукция – это очень хорошая продукция, качественная, натуральная. Пожалуйста, ее все потребляйте. С удовольствием. Спасибо большое.